Всем добрый день. Сегодня обозреваем пылесос. Пылесос произведен компанией DBA Electric Technology, китайской компанией, основанной в 2007 году. Говорят, очень популярно на территории самого Китая. Последние пару лет выходит на международный рынок благодаря таким площадкам, как AliExpress, Taobao, Alibaba и прочее. Если вдруг захотите купить, ссылка на этот пылесос ниже. Ну а пока давайте посмотрим, что в нем есть. Поставляется вот в такой коробке. Вернее, правильно сказать, в двух коробках. Одна большая коричневая снаружи и с ручкой внутри. Вот на внутренней коробке вот так изображен сам пылесос уже в собранном виде. Ну, продолжим потрошить коробку. Вот это переходник с китайской розетки, вернее, с китайской вилки под российскую розетку. Ну, продавец молодец, что положил. Не знаю, как назвать, штанга длинная, инструкции, гарантийные талоны, насадка для пылесоса, блок питания, эту машину чистить. Ну, а вот это, собственно, сам пылесос. Аккумулятор заряжается примерно часа за 3. Ну и после этого собираете пылесос и пошли пылесосить. Ничего сверхъестественного нету. Обычный пылесос. Разве что не привязан проводом к вашей розетке. Как я уже говорил, если захотите купить, ссылка на этот пылесос в описании под этим видео. Но если интересно более подробно посмотреть, то текстовое описание на моем сайте. Там все можно найти, посмотреть, почитать, оставить комментарий. Ну вот, собственно, пылесос собрали и немного протестировали. Ну, собственно, и все. Всем пока, оставляем лайки, комментарии. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.